Кстати, за первые два летних дня в дорожно-транспортных происшествиях пострадали двое детей. Оба получили телесные повреждения. Котласский отдел ГИБДД снова напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Вчера в 18 часов вечера на перекрестке Некрасова-Невского водитель автомобиля «Лада Приора» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Правда, тот двигался по пешеходному переходу на самокате, что запрещено правилами дорожного движения. В результате ребенок был госпитализирован. Сейчас он находится в травматологическом отделении. Второе ДТП произошло сегодня в Котласском районе. Девочка 2010 года рождения решила перебежать проезжую часть прямо перед грузовиком. На нее совершил наезд на автомобиль МАН под управлением мужчины 1954 года рождения. В результате ДТП девушка была доставлена в Котласскую городскую больницу. Госавтоинспекция города Котласа обращается к участникам дорожного движения, в первую очередь это к водителям, о том, что при подъезде пешеходным переходом, а также в местах массового скопления людей, а также детей, необходимо сбавлять скорость. Также мы обращаемся к родителям и несовершеннолетним и напоминаем еще раз о том, что при пересечении проезжей части по пешеходным переходам пешеходы должны спешиться с велосипедов и с самокатов. И перед тем, как переходить проезжую часть, мы должны также убедиться в том, что водители, которые двигаются по проезжей части, останавливаются и предоставляют преимущество движения нам.